Неплательщики коммунальных услуг, кроме того, что имеют большие долги перед государством, создают дополнительные проблемы сотрудникам многих организаций и ведомств, которые вынуждены проводить с ними дополнительную работу. В отдельную категорию в этом случае вносятся многодетные семьи, получающие социальное жилье и льготы от государства. С неплательщиками из этой категории работают целые комиссии, проводя профилактические беседы, а порой и принимая и более радикальные меры. К одной из семей, давно уже находящейся в черном списке у коммунальных служб, вместе с участниками профилактической группы наведались и наши корреспонденты. Оставив нашу съемочную группу за дверью и в полной уверенности заявляя о своих правах, хозяйка этой квартиры, к сожалению, напрочь забывает об обязанностях. Задолженность за коммунальные услуги в этой семье уже составляет 1220 рублей основного долга и 460 рублей пени. Частный жилфонд, квартира состоит из трех жилых комнат, многодетная семья, состоящая из шести несовершеннолетних детей. То есть официально не трудоустроен ни супруг собственника, ни сама же собственник жилого помещения. В частной собственности имеет также еще одно жилое помещение по другому адресу. Также был привлечен льготный кредит при строительстве жилого помещения. Беларусь – социально ориентированная страна, в которой многодетные семьи имеют множество льгот, среди которых право на льготный кредит на строительство жилья, семейный капитал, скидка на оплату коммунальных услуг, бесплатное питание в школе, частичная оплата учебников и ряд других. С использованием предоставленного им льготного кредита родители построили вторую квартиру, где тоже не оплачивают коммуналку. Для работы с этой семьей создана специальная комиссия, в состав которой вошли представители расчетно-справочного центра ЖРЭУ, жилищно-коммунального хозяйства, Управления по образованию, комиссии по делам несовершеннолетних. Однако до сих пор эта работа не принесла результата. Долги семейства продолжают расти. И оба родителя не принимают никаких мер для того, чтобы как-то исправить ситуацию. Как следствие, юрисконсульт расчетно-справочного центра направляет исковое заявление о понуждении к отчуждению обеих квартир. То есть теперь у семьи все шансы потерять жилье. По одному адресу уже вступило решение суда в силу о понуждении. По данному адресу, где сейчас произведена была комиссионно, посещали семью в январе 2021 года, будет рассмотрено направленное заявление в отношении данной гражданки. Исковые заявления – это уже вынужденная мера, когда никакие другие не помогают. А работы с этой семьей провели немало. Ежемесячная информация по должникам из расчетно-справочного центра поступает в жилищно-эксплуатационные службы для дальнейшей работы и изучения информации по семьям. Особое внимание семьям, где воспитываются несовершеннолетние дети. Конкретно по этой семье мы работаем с семьей уже на протяжении длительного времени. Семья у нас находится на контроле. С мастером жилфонда неоднократно семью навещали, посещали, беседовали с собственниками, то есть с супругами. По последнему их официальному месту работы мы также беседовали с руководством, с работодателями с целью конкретно, какие они могут предложить пути решения этого вопроса. Семья многодетная, обращали на это особое внимание. Ну, так как родители не трудоустроены, пытались уже общаться с родственниками, где-то искать, может, кто-то может помочь. Однако все наши усилия были тщетны в этой ситуации, оплаты так и не поступало. Очевидно, что сами владельцы жилья не особенно заботятся о том, как решить проблемы с оплатой своих долгов, занимая иждивенческую позицию. Хотя со стороны членов комиссии им предлагается самая разносторонняя поддержка. Не помогает и это. Работаем сообща, чтобы не допускали многодетные семьи об преобразовании задолженности, так как данная категория граждан пользуется социальными льготами, которые предоставляет государство, то есть привлечение льготных кредитов при строительстве жилых помещений частного жилфонда. Некоторые граждане, многодетные семьи, такие пользуются льготами неоднократно и имеют в пользовании в частной собственности, имеют жилые помещения, несколько таких. Целенаправленно, когда выходит комиссия, предлагают пути решения вопросов. То есть мы пробуем, где-то может оказать какое-то содействие в трудоустройстве, где-то организовать
дальнейшие какие-то, где-то их направить, именно подсказать пути выхода из сложившейся ситуации. Так как мы с родителями уже успели, скажем так, неволей подружиться, волей-неволей, значит, позвоните нам, скажите, что вы трудоустроились, мы будем за вас безгранично рады. А дальше мы общаемся вплотную с рабочими расчетно-справочного центра, и мы уже расскажем, что семья действительно, родители трудоустроились, давайте еще немного подождем. А уже с исковыми заявлениями, то, что объяснял юрисконсульт семье, ну, уже это их вопросы, надо решать их оперативно, чтобы не потерять, наверное, жилье.